Белорусы попали в крупную дорожную аварию под Псковом. Трактор протаранил микроавтобус, в котором ехали 9 наших соотечественников. 6 пострадали, нескольких доставили в больницу с ушибами и переломами. Сообщается, что ДТП случилось около 5 часов утра. Виновен, по предварительным данным, водитель трактора, который не убедился в безопасности разворота. На участке проведения дорожных работ произошло столкновение экскаватора «Вольво» с автомашиной «Мерседес». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиции принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Республике Беларусь. Известно, что микроавтобус направлялся из Витебской области в Санкт-Петербург. Отделение белорусского посольства в этом городе следит за ситуацией с пострадавшими.